Дорогие друзья, возвращаемся с вами на стадион «Спартаковец» в Москву. Здесь в рамках первенства второй лиги «Рудина М» принимает «Торпедо-2». И вот команды появляются на поле. Евдокимов сегодня капитанит у «Торпедо-2». У «Родина М» капитан, центральный защитник Егор Трунтаев. Ну а главный судья сегодня Андрей Зубов из «Азова». Но тоже вратарь довольно перспективный, хорошие отзывы о его игре. Поэтому надеемся, что в скором времени Космоенко снова будет в стартовом составе. Пичугин смещается в центр. Максим Пичугин бьет поворотом. И точный удар получается. Но проход неплохой. Рапаков идет вперед. Рапаков рядом со штрафной уже. Рапаков бьет поворотом. Не точно. Итак, удар поворотом. Опасный гол. Вот это красота какая. Вот это красота какая сейчас исполняется у нас на стадионе «Спартаковец». Прекрасный гол со штрафного. И, похоже, Азиз Газиев забивает. Да, это Азиз Газиев забивает. Шикарный гол с 25 метров. Обвод стенки прямо в девятку ворот Андрея Бондаря. Токарев. Обратный пас получает Токарев. Бьет поворот Токарев. И в последний момент мяч выскакивает из-под защитников. Но Максим Швейгерев спасает свою команду. Так что ждем эту команду, вероятно, вполне в стыковых матчах. За право сыграть в РПЛ. Опасная ситуация. Скидка была сейчас на Александра Хребтова. Газиев решил накинуть мяч вперед. Опасно и выручает свою команду Бондарь. Да, стандарта сегодня у хозяев это самое опасное явление. И опять же отмечаем Азиза Газиева. Левом полуфланге мяч. Аккуратно налево еще. Удар поворотом следует. Парирует голкипер мяч. Здесь главное не добить, не дать добить футболистам Родины. Защитникам «Торпедо» и кое-как то справились со своей задачей. Сайгушев играет направо. Дальше Пичугин. Сайгушев бьет поворотом. Сайгушев. Прекрасное спасение Андрея Бондаря. Мы с вами наблюдаем. Так, Пичугин. Простая передача от Пичугина. Опасный удар поворотом. Еще удар, превращающийся в передачу. Можно забивать вполне, но не забивает Матвей Кожин. Ничего не получалось толком. Хребтова вообще поменяли по ходу матча. Вышел Евдокимов в конце встречи. В атаку тоже не помогло. И «Родина М» забирает 3 очка в матче с «Торпедо-2». 1-0 «Родина» выигрывает за счет гола Газиева в первом тайме.